Кении вступил в силу запрет на производство, продажу, а также использование полиэтиленовых пакетов. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч долларов или до 4 лет тюрьмы. Это самый строгий закон в мире, запрещающий полиэтиленовые пакеты. По словам министра окружающей среды Кении, такая упаковка загрязняет природу и вредит всему живому, в том числе людям. Эти пакеты засоряют водоемы, улицы, их съедает скот. Проблема в том, что микрочастицы полиэтилена попадают в наш организм. Это опасно для здоровья, поэтому мы решили поэтапно отказаться от полиэтиленовых пакетов, начиная с поставщиков. О вездесущности полиэтиленовых пакетов говорят и кенийские производители мяса. В последнее время мы все чаще достаем из останков животных полиэтиленовые пакеты. Эта проблема растет на глазах. Еще 10 лет назад такого не было, а теперь это происходит почти каждый день. Между тем, производители и продавцы пакетов тоже встревожены. Теперь многие кенийцы могут потерять работу. Я не знаю, что теперь буду продавать клиентам. Мой бизнес пострадает, потому что продавать нечего. Возможно, придется уволить нескольких работников, потому что не знаю, будут ли деньги, чтобы им платить. Запрет на полиэтиленовые пакеты ввели более 40 стран. В их числе Китай, Франция, Италия, Руанда и другие.